Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И, наконец-то, долгожданная контрольная работа по всему курсу, то есть как раз по всем видео в рамках нашего плейлиста, которые были, соответственно, до этого видео. Значит, у нас с вами было, соответственно, 48-е видео на повторение контрольной работы по всем этим урокам. Значит, в контрольной работе, друзья мои, охвачено абсолютно все. Все конструкции, вся лексика. Рекомендую вам подготовиться. Если какие-то вопросы, возвращайтесь к плейлисту. Мы не будем тратить время на объяснение. Потому что если все, кто добросовестно проходил, выписывал слова, конструкции, вопросов быть не должно. Все здесь, друзья мои, все мы проходили. Сейчас идет только проверка ваших знаний. Значит, контрольная большая. Такая мега-практика. Помните, у нас с вами было, соответственно, 700 и 800 предложений. Помните, когда у нас, соответственно, был глагол 700, да, поправьте, если не так, и 800, когда не было глагола, когда to be 1500. Но здесь мы с вами пошли дальше. Здесь 2000 предложений, здесь также есть новые предложения. И, друзья мои, но опять же на базе того, что мы с вами проходили. Поэтому, друзья мои, 2000 предложений, такая мега-практика, довести все до полного автоматизма. Это курс не просто грамматика, это расширение словарного запаса, акцент, мощный удар, как раз по проблемам с разговорным английским, друзья мои. И поэтому давайте переходим. Обязательно пишите о ваших результатах и в конце тоже отпишитесь, когда всю контрольную работу пройдете. Это первая часть. Итак, переводим. Ну, опять же, многие думают, что кажется все просто. Опять же, тема простая. Present simple. И у нас там средний уровень, или, соответственно, выше среднего. Зачем нам это нужно? Друзья мои, если бы это было бы не нужно, я бы это не делал. Этот плейлист, эта контрольная работа не только для начального уровня, для среднего и выше среднего. Я уверен, что даже если средний и выше среднего, есть многие моменты, вещи, которые не отработаны, и эти ошибки, они повторяются снова и снова. Поэтому, соответственно, друзья мои, не так все просто, друзья мои, и уровень, конечно, уже не совсем для начинающих. И, друзья мои, итак, переводим. День дождливый. День. The day. Дождливый. Is rainy. The day is rainy. То есть в идеале не просто, соответственно, переводить правильно, выбирая, соответственно, правильные артикли, правильные слова, правильные грамматические конструкции, нужно делать это еще быстро. И у вас была возможность, мы с вами тренировались, много тренировались. Соответственно, там был даже такой комментарий, зачем записывать было 40 часов. Друзья мои, конечно, мне это все очень радует. И действительно, все почему-то думают, что они намного умнее, чем преподаватель, друзья мои. Но поверьте, все, что я делаю, за этим что-то стоит, и делаю это не просто так. Поэтому, друзья мои, продолжаем. Кто добросовестно все отработал, все уроки, проблем не должно быть. Если что-то пропустили, скорее всего, проблемы будут. Итак, the day is rainy. Далее вопрос. Почему эти правила такие важные? Почему? Why эти правила? Are these rules такие важные? So important. Why are these rules so important? Он интересуется этим. Он интересуется этим. He is interested in it. He is interested in it. И опять же повторюсь, что все предложения построены так, что только один правильный ответ. Если вдруг вы думаете по-другому, скорее всего, это ошибка, но чтобы развеять все сомнения, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы действительно подсказали также, это ошибка или нет, потому что действительно я тщательно за этим слежу. He is interested in it.
Далее. Нам нужно больше контроля. Нам нужно. We need больше контроля. More control. We need more control. Как вечеринка? Так, вопрос. Как вечеринка? Как? How? Вечеринка. Is the party? How is the party? Вопрос. Это твое решение? Это? Is it твое? Your решение, decision. Is it your decision? Она очень бедная. Она. She's. Очень бедная. Very poor. She's very poor. Этот метод очень простой. Этот метод. This method. Очень простой. Is very simple. This method is very simple. Когда ты ходишь на работу? Когда? When ты, do you, ходишь на работу, go to work. When do you go to work? Что означает это слово? Что? What означает это слово? What does this word mean? What does this word mean? Также некоторые говорят, что не успевают. Друзья мои, действительно, вы не будете успевать, если вот думаете, то что вот сразу у вас все получится. Таких чудес вряд ли будет. Особенно вот без тщательной проработки материала и без подготовки. Мне кажется, эта мысль достаточно наивная. Более того, некоторые говорят, что медленно, то есть наоборот, что слишком быстро. Друзья мои, это не так. Значит, в идеале, почему я вначале проговариваю полное предложение, потом по частям? Потому что в идеале, когда я сказал, вот день дождливый, у вас моментально должна быть вспышка в голове. The day is rainy. The day is rainy. Моментально. Не дожидаясь того, соответственно, как уже идет перевод по частям. Но если не успеваете так, хотя бы по частям. Если и здесь не успеваете, значит, нужно прорабатывать и прорабатывать и прорабатывать, друзья мои. То есть, или же также делать паузы. Но в любом случае мы не можем делать дольше паузы, иначе видео будет слишком растянутое. Тоже делать не можем. Итак, the day is rainy. Why are these rules so important? He is interested in it. We need more control. How is the party? Is it your decision? She is very poor. This method is very simple. When do you go to work? What does this word mean? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? What do you mean? What do you mean? Кто критикует его? Кто? Who критикует, criticizes его, him, who criticizes him. Он ее муж. Он, his, ее муж,
your husband. He is your husband. Мне нравится этот канал. Мне нравится. I like этот канал. This channel. I like this channel. Вопрос. Ты готов? Ты готов? Are you ready? Далее. Кого ты обычно видишь там? Кого? Who? Ты? Do you? Обычно? Usually? Видишь там? See there. Who do you usually see there? Ну, по умолчанию, кого используем who? Who do you usually see there? Я хочу говорить по-английски лучше. Я хочу. I want. Говорить по-английски. To speak English. Лучше. Better. I want to speak English better. Мне нравится учиться за границей. То есть, вам действительно это нравится? Мне нравится. I like учиться за границей. Studying abroad. I like studying abroad. Опять же, без комментариев, мы все с вами разбирали почему-то, когда действительно вам именно что-то нравится, мы используем инговую форму, мы все обо всем говорили в рамках нашего плейлиста, друзья мои, поэтому я всегда адресую так мысленно, всегда мысленно адресую, сейчас только проверка ваших знаний. Если вы скажете «I like to study abroad», это тоже допустимо, но мы с вами говорили, что если вам действительно что-то нравится, мы используем «like» с глаголом инговой формы, поэтому по умолчанию будем использовать именно так. I like studying abroad. Та вещь не стоит много. Та вещь. That thing. Не стоит. Doesn't cost много much. That thing doesn't cost much. Далее. Эта вещь стоит много. Эта вещь. This thing стоит, costs, много, a lot. This thing costs a lot. Значит, по умолчанию мы используем a lot, значит, в утвердительных предложениях. Мы с вами говорили как раз разницу, но не будем на это тратить время. Итак, what do you mean? Who criticizes him? He is your husband. I like this channel. Are you ready? Who do you usually see there? I want to speak English better. I like studying abroad. That thing doesn't cost much. This thing costs a lot. Он пытается найти больше времени для английского. Ну, разумеется, все переводим в нашем времени present simple. Он пытается. He tries найти to find больше времени. More time для английского for English. He tries to find more time for English. Далее. День ветреный. День, the day, ветреный, is windy. The day is windy. Эта клиника не такая хорошая. Эта клиника, this clinic, не, isn't, такая хорошая, isn't so good. This clinic isn't so good. Где это место? Где?
Where – это место. Where is this place? Where is this place? Вопрос. Твоя мама в школе? Твоя мама. Is your mother в школе? At school. Is your mother at school? Мы всегда заканчиваем это вовремя. Мы всегда. We always. Заканчиваем это. Finish it. Вовремя. On time. We always finish it on time. Мой босс обычно говорит это. Мой босс. My boss. Обычно. Usually. Говорит это. Says it. My boss usually says it. У нее есть кот. Там или кошка. У нее есть кот. She has a cat. She has a cat. Его родители за границей сейчас. Его родители. His parents за границей. Are abroad. Сейчас. Now. His parents are abroad now. Носители языка не говорят по-английски медленно. Носители языка. Вспоминаем слово носитель языка. Это будет native speakers не говорят. Don't speak. По-английски English медленно, slowly. Они говорят очень быстро. Они. They говорят speak очень быстро. Very fast. Native speakers don't speak English slowly. They speak very fast. He tries to find more time for English. The day is windy. This clinic isn't so good. Where is this place? Is your mother at school? We always finish it on time. My boss usually says it. She has a cat. His parents are abroad now. Native speakers don't speak English slowly. They speak very fast. Она хотела бы поехать в другое место. Она хотела бы. She'd like поехать to go в другое место. To another place. Ну, писали, что говорили не to another place, а in another place. Интересно, справились вы или нет. She'd like to go to another place. Кто делает ошибку? She'd like to go to another place. Мне нравится простота этих видео. Мне нравится. I like. Простота. The simplicity этих видео. Of these videos. I like the simplicity of these videos. Ну, как говорится, где просто, там и ангелов соста. А где мудрено, там ни одного. Как говорил Амвросий Оптинский. Ну, если вы слышите эти слова,
где просто там и ангелов состо, где мудрено, там и ни одного. Но я сторонник, чтобы было действительно все просто и доступно. Итак, I like the simplicity of these videos. Ты мне действительно нужна. Подумайте. Ты мне. Действительно нужна. I really need you. I really need you. Это обычно происходит весной. Это обычно. It usually происходит. Happens. Весной. In spring. It usually happens in spring. Мы с вами также говорили, что допустимо in the spring, то есть когда со временами года ставить the, но чаще без the, поэтому по умолчанию будем использовать без the. It usually happens in spring. Далее. Используем модальный глагол. Я, возможно, сделаю это. Мы с вами про это говорили. Я, возможно. I, возможно. Модальный глагол используем. I may do it. Или же можно сказать I might do it. Ну, я думаю, вы прекрасно помните, в каком уроке мы это с вами разбирали. I may do it, I might do it. Вопрос. Те студенты говорят по-английски правильно? Те студенты. Do those students говорят по-английски? Speak English правильно? Correctly. Do those students speak English correctly? Или также rightly, тоже допустимо, но обычно correctly. Вопрос. Ты часто ходишь в зал? Ты? Do you часто, often ходишь в зал? Go to the gym. Do you often go to the gym? Я не хочу говорить это. Я не хочу. I don't want говорить это. To say it. I don't want to say it. Это такое полезное видео. Это. It's. Такое полезное. Such a useful video. It's such a useful video. Как часто ты слушаешь радио? Как часто? How often ты do you слушаешь listen радио to the radio? How often do you listen to the radio? She'd like to go to another place. I like the simplicity of these videos. I really need you. It usually happens in spring. I may do it, or I might do it. Do those students speak English correctly? Do you often go to the gym? I don't want to say it. It's such a useful video. How often do you listen to the radio? Это очень простой метод. Это. It's. Очень простой. A very simple method. Method.
It's a very simple method. Вопрос. Его отец занимается бизнесом? Его отец. Does his father занимается бизнесом? Do business. Does his father do business? Как ты находишь эту идею? Как ты находишь? How? Ты? Do you? Находишь? Find? Эту идею? This idea. How do you find this idea? Вопрос. Она красивая? Она? Is she красивая? Beautiful. Is she beautiful? Мне нужна эта информация. Мне нужна. I need эта информация. This information. I need this information. Она пытается выучить английский. Она пытается. She tries. Выучить английский. To learn English. She tries to learn English. Я учусь там. Я учусь там. I study там. There. I study there. Ты знаешь английский как образованный носитель языка. Ты знаешь английский. You know English. Как? Like. Образованный. Носитель языка. An educated. Носитель языка. Native speaker. You know English like an educated native speaker. Все эти видео очень полезные. Все эти видео. All these videos очень полезны, are very useful. All these videos are very useful. Они показывают блестящие результаты. Они, they, показывают, show, блестящие. Brilliant. Результаты. Results. They show brilliant results. It's a very simple method. Does his father do business? How do you find this idea? Is she beautiful? I need this information. She tries to learn English. I study there. You know English like an educated native speaker. All these videos are very useful. They show brilliant results. You know, вы знаете, my students, мои студенты, and my friends, и мои друзья, I really hope, я действительно надеюсь, you also show, вы также показываете brilliant results. Блестящий результат, ну, разумеется, когда все проработаете, потому что действительно без проработки, без тщательной подготовки, опять же, иллюзия знаний, и в результате ошибка на ошибке. Цель этого полиста – искоренить бесконечные ошибки, друзья мои. Действительно, желаю вам отработать это еще лучше. Также включайте как фон, друзья мои. Мы с вами двигаемся дальше. Значит, в рамках нашего полиста обязательно пишите о ваших впечатлениях и о ваших результатах в каждой части. Thank you.